Stylix.com представляет круизная коллекция Louis Vuitton 2018 года. Три главных вещи. Издание Vogue сообщает о показе дизайнера Николя Гаске для Louis Vuitton, прошедшем в пригороде Киото в Японии. В первом выходе этой коллекции был представлен сет, состоящий из short dress или платья-рубашки, single-breasted или однобортного жакета и ankle boots или ботильонов. В этой коллекции Николя Гаске стремится найти баланс между традиционными формами западноевропейской одежды и ориентальными мотивами Японии. Добавим, что Гаске является одним из самых прогрессивных дизайнеров сегодня, стремящихся сочетать несочетаемое. Цитируя Vogue, он предпочел мальчишеский силуэт с укороченным низом выше бедра и укороченные рукава. Его платье расслаблено, в то время как крой более структурирован. Ох уж это современная мода. Пошли, противоречия.